Причем он не смотрит, это я еще буду укладываться. Вот после сна я вчера вымыла, вот у меня такое. Так, девочки, я хочу открыть патчи и попробовать патчи. Что для этого надо? Тоником. Хочу лицо пройтись. Зовут меня Наталья. Мне 45 лет. Я живу в Санкт-Петербурге. Так, тоник у меня It's Skin. Ой, девочки, извините. Swiss Image. Все же забыла, как надо работать. Загулялась, девочки, да? Загуляла. Праздники, магазины, рестораны. Все, возвращаюсь с сегодняшнего дня на спорт. Надо как-то мне приземлиться. Так, дальше вот действительно тонер It's Skin. Просто от этих средств я просыпаюсь. Может, они, конечно, и дают что-то, но мне просто как бы от них хорошо. Бодренько сразу. Вот. Так, губки сразу еще у меня он остается. Скоро он уже закончится. Я покупала в Ревгоше такого совенка. Буквально на кассе взяла. Просто мне понравился чисто внешним. Беленький, симпатичный. Он прямо искрится. Так. Ну и что, значит, сначала, наверное, мы лицо. Тоже у меня такая сыворотка It's Skin. Под глаза тогда не буду наносить. Делала что-то. У меня сегодня первый рабочий день, у вас уже вторник. Вот так я иду день за днем, день за днем. На шею еще. Снимаю как бы с такой последовательностью, да, на следующие сутки. Так, девочки, что это тут? Ни одного русского, а, нет, есть русский язык. Anti-Age Complex. Омолаживающая маска для области под глазами. Все тут нам уберут. Так, для интенсивного восстановления. Ну, дай бог. Вот тут такая полоса, знаете, которая закрывается. Оп. Вот они так там расположены. Просто как такие. Ну, прям они, конечно, не в составе, я хочу сказать. Просто такие влажненькие. Но я их не брала никогда. Даже, я бы сказала, суховатенькие. Одну взяла, надо положить обратно, я так понимаю. Тут, конечно, состава. Вообще минимум, девочки. Они вообще плавать должны в составе. А тут, видите, вообще. Ну что, закроем? Какого? Когда срок-то тут? Больше не буду покупать. Попробую купить пачки просто. Ну, какие-нибудь. Вообще. Так.
Я боюсь, что вот это у меня будет. Не буду я прилеплять. Она просто даст, будет такой же на коже след. Так, я не очень близко к глазу. А, я крем не нанесла. Давайте сейчас кремик нанесем, где у нас это возможно. Так, крем тоже Swiss Image. Девочки, кто-то мне написал, что можно Swiss Image есть как бы более жирненький для более возрастной кожи. 46+ или сколько-то. Ой, так прям хочется попробовать. Прям вот, прям поверю вам, что он такой жирненький, более витательный. Может быть, даже и куплю. Посмотрю. Потому что сейчас вот у меня заканчиваются, да, ну, скоро закончится. Что покупать, какие еще, это я не знаю. Для лица я не знаю, что покупать. Обычно для лица я всегда покупала что-то люксовое. Ну, да, я разорялась как бы там, или Dior там, или какой-нибудь. Так, вот я вчера купила Герантол. Не знаю, это, наверное, как вечер. Вот Герантолом пользуется Таня Сахарок. Но она вообще не боится жирных кремов. Она прям под глаза накладывает. Значит, для ежедневного ухода с оливковым маслом и кислотой. Урод какой-то. Урод туной. Буквы, так что я ничего не знаю. Активные компоненты крема. Оливковое масло, оратовая кислота, натуральное растительное масло, ланолин, пчелиный воск. Питает, смягчает и повышает эластичность кожи. Способствует уменьшению мимических морщин и восстановлению барьерных свойств кожи. Девочки, сейчас намажусь, мимика пропадет. Так, вот тут так он закрыт. Так. Я его на шею и декольте. Жирные такие крема. Вот вечер я весь использовала на декольте. Но приятнее пахнет, чем вечер. Такой даже подтягучий, может быть. Поплотней. Ой, какой приятный. И на ручке. Так, ну что, пьем водичку. Ну, сухие вообще. Даже за кожу глаз боязно. Так, идем пить кофе или чай под любимых блогеров. Идем-ка опять на кухне. Сейчас я пойду в комнату, понимаете? Опять я буду сейчас как на этих. В чьих правах. Так, ну все, девочки, идем пить кофе. Потом возвращаемся. Смотрите, у меня какие цветочки. Это мне Аленка отдала. Ой. Ей подарили. И бабушка забыла цветы. И Аленка сказала: Наташа, забирай. Она всегда цветы свои отдает. Что-то я не крепко сделала. Ну ладно. Вот. Вообще прелесть. Стоят уже второй день. Вы что, значит, свежие тюльпанчики? Ну все, пьем кофе под любимых блогеров. Вообще сухие. Просто сухие. Как будто бы, ну как-то, мне казалось, у меня было хуже, или они уже просто у меня. Не знаю я. Так, под глаза у меня вот такая штучка от Estelle, называется Женевье. Это под глаза и на глаза. Но я сейчас пока на глаза не буду.
Потому что краситься надо. Как-то как будто бы что-то у меня про... Не знаю, или мне просто так кажется, мне уже. Надо запоминать, в каком виде было и в каком стал. Так, что у меня сегодня? Сегодня я хочу вот такую помадку Gloss от Stellary. Обалденный цвет. Главное, без карандаша эффект будет. Вот. И поэтому какие-то такие тени на глаза. Прямо вот серо-коричневые. Сейчас выберем какую-нибудь палеточку. Так, это тушь. Ой, эту самую пудрочку надо добить. Это не то. Это не то. Это может быть. Так, возьмем этот, наверное. Вот я хочу смешбокс взять. Здесь коричневые хорошие. А тут как бы... А, или я хотела... Нет, девочки. Я хотела этот самый взять. Ой, господи. Диоровский. Сейчас принесу. Палеточка. Потому как здесь очень хороший серый цвет. Тут эти самые всякие спонжики. Видите, вот этот серого его уже нету, потому что серый великолепный. Ну и добью вот этими коричневыми. Так, вообще палетка вот такие холодные тона, вот прям для меня. И так как у меня вот эта помадка, она более такая розовенькая, я, наверное, возьму из палетки Пупа. Вот такой тоже розовый. Может, румяшки сделаю. Посмотрим, девочки. Так, ну что, собираемся. Сейчас я пальчики, ручки вымою. Как легко, когда мало волос на голове. Так, а где мой консилер? Консилер я брала вчера в сумочку. Окей. Попробуем, вспомним этот. Хоть он весь у меня и... Что ж он течет у меня? Раньше не тек. Так. Чуть-чуть на глазки. Начнем с этого. Какие-то прям, ну не сумбурные, в один день у Вани день рождения, потом Тёма ходил на день рождения. Чего не успела даже сготовить. Что-то я вчера без аппетита и поела, даже ничего не поела такого. Основательного, не знаю. С этим тортом разделывалась 2 дня. Вот он мне все и как бы весь мой аппетит, наверное, сбил. Вот заканчивать с этими тортиками этими. Так, пудрочка. Ну и бровки тоже можно сначала сделать. Тут сильный коричневый тут. Тоже можно сделать бровки вот этими цветами, потому что они очень подходят. О, как сильно. Можно и серенький взять. Видите, я не беру тонкую совсем кисточку, да, вот такую. Не беру. Чтобы был какой-то эффект такой. На бровях, да, такой, как бы.
Просто пушистости какой-то. Все, а поверх можно уже тушью для бровей Vivienne Sabo в оттенке 01. Все, и брови готовы. Так, что теперь? Что теперь? Ну, эти тени можно вообще пушистой кисточку, все, кисточкой все будет нормально. Смотрите, какой тут есть. И светленький. Вообще палетка подобрана. Значит, беру светлый. Под бровь и вот на складочку, да? И в складочку беру светленький такой. Светлон бежевый. Чуть-чуть увожу туда. А серый я хочу все-таки спонжиком положить. Спонжики, конечно, у меня. Прям беру. Получается, у меня без стрелок, что ли, будет? Или сделать какому-нибудь межресничку? Попробовать, что ли, какую-нибудь межресничку. А чем? Есть у меня вот такой синий карандаш. Так, и вот такой можно кисточкой плоской взять потемнее и вот около самого края, если это поможет. Просто навести такую. Это получается выводить, это нет, как всегда. Сейчас я все растушую тогда. Так. Надо бы это дело растушевать. Возьму более набитую кисточку и в серенький складочку. Так. Беру вот этот коричневый тоже в складочку. То есть у меня будет вперемешку. Такой. Какой-то коричневый и серый. Другой кисточкой можно растушевать. Надо как-то углубить каким углубить-то. Серый тут очень такой, прямо им не переборщишь. Вообще очень деликатная палетка, на мой взгляд. Так, вот уже вот эту кисточку.
И уже растушую сереньким. Тёмке уже чай делать, сейчас проснется, наверное. О, будильник. Сразу выключил. Так, ну сильно как-то глаза у меня получились. Правильно, мне же сегодня спорт. А когда у меня спорт, у меня всегда глаза о-хо-хо. Так, ну сейчас я реснички тогда накрашу. Так, накрасила я ресницы. Чуть-чуть консилером. Уже переходим к лицу. Так, чистыми руками. У меня, конечно, загар был чуть-чуть, автозагар на этих выходных, как-то я старалась. Сейчас вроде он уже весь прошел. Я так понимаю. Девочки, я вчера праймер-то вам показала в этот магнит косметик. Так и не положила его в корзину и не так и пошла. Ладно, выбрала, думаю, вот сделаю макияж с ним, все. Может, сегодня после спорта его купить? Но сегодня уже и скидок не будет. Может, он не нужен? Я так понимаю, что его как бы надо не каждый день наносить. А так, чтобы на выход. А то каждый день это получается, там кожа не будет дышать, потому что он такой по структуре своей, да, как замазочка. Так, пудрой. Так, ну вот я хочу по контуру лица пройтись вот теми же тенями, только, конечно, буду выбирать светлые более тона. Посмотрим, что выйдет. Аккуратненько. Вот видите, ничего страшного. И возьмем отсюда. Так, и этот, и этот. Продублируем лоб. Видите, какой быстрый, легкий макияжик. Я, кстати, сегодня не розовую хочу кофточку переиграла, а хочу серую кофточку с голубыми джинсами. Главное, мне их не запачкать. Так, теперь мы делаем все-таки контур, так как я не буду использовать карандаш. Так, это у меня старенький литуалевский консилер, просто тающий. Его хорошо тоже под глаза, просто не сушит, тает на глазах. Видите, он тоненький-тоненький. Так.
чуть-чуть можно припудрить, чтобы помада не растекалась. Не хочу я с карандашом. Так, девочки, еще раз повторяю, это Stellary номер 16. Вот такие жидкие помады Gloss, из серии Gloss. Так, вот очень тверденький такой спонжик. Далее. Вот жизнь опять ярче. Тогда, когда буду собираться уже полный образ. Покажу. На камеру серая с чем-то. Но так она очень яркая. И как-то мне сюда не хочется карандаша. Совершенно. Так, мне надо ее в косметичку. Так, ну что, а теперь приступаем, так сказать, к прическе. Сейчас это сначала намочить. Буквально чуть-чуть. Ну, я не знаю, потому что всегда так делаю. Берем пеночку, вот такая у меня, кокосовый шейк Cool Rule. Так, по чуть-чуть посмотрим. И вот я на эту сторону. Так. Ну, челка вроде нормально. Девочки, видно, что прям стрижечка, видно, что только что. Мне нравится, тут можно за ушко. Очень нравится. Вот я всегда в такие моменты, надо прям видео записать, что Наташа, подстригайся. Потому что эффект совсем другой. Ну вот, а теперь идем одеваться. Еще раз проходимся. Я еще вот сюда добавила помаду эту. Не знаю, в жизни это очень ярко. Я не знаю, девочки. Поверьте, даже вот пойдите и вот этот 16 номер себе попробуйте. Так. Герленчиком моим не жалея. И, наконец, я, наверное, одену серьги, и будут они видны. Смотрите на белом. Та-ра-рам. Девочки, мальчики. Это шикардос. Главное, не бояться мне было подстригаться. Сказка. Вот видите, как видно все. Стрижка для сережек, да?
супер. Смотрите, другой какой-то шарм в этом. А как подходят штанишки под эту такую причесочку, да? Так, теперь я одеваю курточку. Господи, наконец-то я со спортивной сумкой. Но это еще ничего не значит. Это еще ничего не значит. В Наташкиной судьбе. Так, главное, сумка. Все, я собралась. Супер, девочки, вообще, наконец-то видны сережки. Так, ну что, я вам желаю хорошей рабочей недели. У вас это уже вторник, у меня понедельник. Я думаю, что в понедельник, во вторник выложим. Вот, вот так будет смотреться. Нормально. Мне главное не запачкать их. Как всегда, желаю вам хорошего настроения. Подпитывайтесь от родных, звоните им. Да, вот видите, как мы на выходных хорошо посидели. Столько и вы добрых слов мне сказали. Спасибо вам большое. Вот, у нас, конечно, такая разносторонняя семья, да, все с каждый со своим характером. Ну, как бы... Поддерживаем друг друга, как все знаем друг друга, какие характеры, какие плюсы, какие минусы. Вот так, наверное, и надо принимать, но не принимать друг друга, но не перегибать палку, да, тоже как бы и думать о другом человеке. Вот, так что всем хорошего настроения, следите за мной далее, смотрите меня, собирайтесь со мной. Я вас очень люблю, как всегда, с вами была ваша Наташа. Девочки, цветочки, все вам. Чтобы такое же яркое было настроение у вас на этой недельке. Все, всем пока!